вторая бухта, сейчас пришел практически, и издалека видно, тачка упала вниз, такая проржавевшая, видно, давно лежит. Сейчас пойду посмотрю, что там да как. Сама тачка лежит возле Такерова бич, там по левую сторону, возле обрыва, там сверху идет дорога, видно, летела хорошо вниз, а лежит уже давненько, успела потрепать ее море и соленая вода. Вот, собственно, тачка. Проржавела сильно, конечно. Все остальные части уже ржавые, вот, а диски колесные. Еще не ржавые, алюминиевые. Пытался найти информацию про тачку. Абсолютно ничего в интернете нету. Мародеры хорошо постарались, там все подоставали. Не знаю, в каком состоянии водитель был, выжил ли после падения, сколько там было пассажиров. Историю молчу. Судя по надписи Pajero.